Никита Томилов и Надежда Вахитова из Нефтеюганска стали лучшим танцевальным дуэтом возрастной категории 14-15 лет. В минувшие выходные Тюмень принимала первенство и чемпионат Уральского федерального округа по танцевальному спорту. По итогам соревнований Арина Кудрякова, Никита Томилов и Надежда Вахитова выполнили норматив для присвоения спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России».